Сегодня поутру все новостные ленты цитируют газету «Коммерсант». Заголовки веселые. Туристам на Северном Кавказе прописывают курортный сбор. Дни пребывания на Кавказе станут платными. Министерство по делам Кавказа вздумало брать плату с путешественников. Ну и так далее. Речь идет о том, что Министерство по делам Северного Кавказа подготовило законопроект о проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском крае. «Коммерсант» ссылается на министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. «Мы предполагаем, — говорит он, — что в среднем размер платы будет равняться 50-100 рублям. И если регион установит ставку сбора в размере 50 рублей, то это принесет в региональный бюджет около 365 миллионов уже в 2017 году и 450 миллионов рублей в 2018 году. Планируется, что исполнительная власть края будет устанавливать порядок взимания неналоговой платы за пользование курортной инфраструктурой, а оплачивать сбор будут посетители гостиниц, домов отдыха и турбаз. Разумеется, что не обошлось без ссылок на зарубежный опыт. Приводится пример Франции, где туристический налог определяется на муниципальном уровне и зависит от звездности отеля. Чего больше в этой затее, то ли некомпетентности, то ли потаенного умысла, остается только гадать. Но на фоне того, что на регион по разным оценкам есть намерение выделить от десятков до сотен миллиардов, деньги от курортного сбора выглядят копейками. А главное, не ясен и никоим образом не декларируется механизм законного использования этой неналоговой платы. А вот мнение тех, кому предстоит платить за очередную авантюру. Насколько нам известно, есть намерение ввести курортный сбор. Но наше мнение, что это беспорядочно, так скажем, трата наших денег. Мы не знаем, куда они пойдут, эти деньги. Мы вообще против этих сборов. Мы в курсе того, что намерены ввести курортный сбор. Но мы не уверены, пойдут ли деньги туда, куда надо. Насколько мне стало известно, что собираются ввести курортный налог. Я считаю, это необоснованное решение. Мы не знаем, куда пойдут эти деньги, на какое развитие. И я считаю, что необходимо вопросы курортологии решать на государственном уровне. Например, так, как этот вопрос был решен в Крыму. Кстати, похоже, что Министерством по делам Северного Кавказа не принимается во внимание опыт туроператоров, специализирующихся на турах в наш регион. А их вердикт таков. Подобное нововведение приведет к повышению цены путевок на 5-10%, что станет причиной снижения турпотока. Вот и возникает вопрос, а стоит ли игра свеч?